Всем привет, смотрите, сегодня я покажу, как же сделать из бумаги этот, как он, ну, кораблик, самолетик, но перед тем, как начать видео, я хотела сказать, что я пройдем не маленький путь, когда очень долго я ехал, на самом деле, ну, поняли, короче, очень долго на маршрутке, кто знает, с Луганска до Киева или куда-то еще очень долго ехать на маршрутке. Но я все-таки понравилось, ну, очень долго пришлось ехать, а 30 часов тупо в маршрутке с маленькими остановками. Так вот, сегодня покажу, как же сделать, ну, еще раз повторяю, кораблик или самолетик из обычных листов бумаги. В этом нам поможет мой Мишка, который калека уже, потому что моя собака его погрызла. Сейчас у меня улетело кое-что неважное. Помогать также будет ручка-пистолет, о которой мы будем поговорим попозже. Вот. Пишет хорошо. Итак, начнем. Начнем, конечно, с самого простого. Это самолетик. Делать самолет. Вам нужен, ну, обычный листок. И вам нужно... Сейчас, на секунду. Короче, нам нужно вот так взять его. Вот видите? И вот согнуть его напополам ровненько. Это вам пригодится. Вот так вот. И вот так вот ровненько сгинаете. Сейчас подправлю. Ну, короче, если она хитрость, если вы долго очень делаете, то сгинать вам, разгинать не обязательно. Дальше, вот видите, вот это вот, прикладываете, если у вас ровно было все согнуто, вы просто вот так вот делаете, смотрите. Вот так вот. И вот так вот, смотрите. Вот так вот должно у вас получиться, видите? Потом вот эту вот штуку, вот так вот, вот так сказать, наконечник самолета, вот так вот. Вот так вот загинаете, вот таким вот образом. Вот так вот, видите? Вот этот вот раз и раз. Есть одна важная деталь в этом. То, что главное вам не забыть. Вот так вот, еще раз. И, смотрите, повторяйте, вот смотрите. Таким вот образом, видите? Грива немножко нужно это делать. Вот так вот, чтобы было. Ну, думаю, самолетики, конечно, многие его делают. Умеют. Но кораблики обычно не знаю. И второй так же делайте. Видите, чтобы вот это вот обязательно так. И смотрите, видите, вот это. Заглаживайте хорошенько, чтобы он у вас не развалился. И смотрите. Вот это, чтобы закрепить это все вот так. Оп. Опля. Так неудобно, приходится снимать планшет, конечно, ну вот, опять. Получается вот что. Дальше. Ну, просто выгинайте это вот так, таким вот. Вот таким вот образом. Вот эту штуку выгинайте. Знаете, оп, оп. Ну, скажете, очень похоже уже близко к самолету. А остается только, смотрите. Идет вот так. И вот так, так сказать, крылья вашему самолету. У меня что-то пошло не так. Ну, что типа того должно получиться. Только до сих пор не понимаю, что у меня с крыльями. Ну вот, давайте я сейчас рассмотрюсь и продолжу. Упс, ошибка, поменялась бумага. Вот так вот, оно должно выглядеть, просто делайте крылья. Я что-то там, походу, не сделал. Крылья я сделал кривыми, потом, ну, с крыльями, во-первых, он делает... всякие фигуры, ну, не поняли. Ну, вот такой вот самолетик хороший, но у многих возникало, ну, можно разрисовать его вот такого вот ручка, у меня нету карандашей поблизости, не так. Мы можем нарисовать, что? Турбины. Конечно. Очень плохо турбины рисуются. Ну, вообще, что за плохо рисуется из-за этой дурацкой, даже не турбинной ракеты. Дурацкая ручка немножко, не все это покупать, но прикол может... Харасверлеть, блин.
Извини, если сейчас слушать, просто соседи не вовремя начали сверлить, как только я начал записывать видео. Нелеп. Давайте я поставлю на паузу. Раз, два, три. Ну вот как-то примерно вот так. Такие вот ракеты на крыльях. И такие вот окошки. Тут такие окошки. Тут похоже, только здесь я решила сделать другое окошко. Тут вам просто светит сильно. Другом не видно. Так. Кстати, на том сайте я также с того сайта буду обогревать фокусы и все остальное, потому что вот такие деньги евро заказал, это дополнительно к видео. Но это буду обозревать в других видео. Также вам покажу такого, как взять кораблик. Начал сгинайте, раз сгинайте ровно и два сгинайте. Это не обязательно штрих, но если вы никогда не делали, то советую вам согнуть. И второй раз. Ой, очень сильно извиняюсь, у меня садится батарея. Но если она вообще окончательно сядет, то я поставлю на паузу, конечно же, не буду заканчивать видео, но я быстро запишу видео. Вот так вот. И смотрите, делаете то же самое, как самолетики. Вот так вот. Оп. Ну, поняли. Ой, точно, точно, забыл сказать. Вот это вот, не вот эта сторона нужно делать, вот эти вот парусы. Ну, поняли, как самолетики. А вот это вот, смотрите, оп. Идите там, где летят. Кстати. Ну, вот, сейчас я покажу вам. Извините, просто неудобно снимать, потому что он стоит, как бы, но... Поэтому я не могу снимать более такого вот остального. Но ровненько. Сказал ровненько, сейчас. Вот таким вот способом. Вот так, оп, оп. Загинайте вот два сторон. И видите вот это вот. То, что внизу, почему я говорю, должно вот это вот расслоивать. Вот так вот. Извиняюсь, что тут что-то написано. Раз. Сказал раз. Ой, криво, блин. Что-то криво. Ладно, раз. Меня закрылось, но как-то вот так должно выглядеть это. И с другой стороны проделать то же самое. Вот так вот, видите? Опа. Вот так, смотрите. Хоп. И хоп. После этого вы должны сделать вот так вот. Вот так вот, видите? Сейчас я вам пододвину чуть. Вот так вот. Вот, видите? Вот этот корабль. И вот так вот. Ноги. Вот так вот. Сейчас разделываем. У вас получается такой вот квадратик, если вы делаете все по видео. Дальше. Мы просто... Да господи, хорошо, орли. Они еще усилим звук. И вот, смотрите. Сейчас вот я все делаю. И как бы... Смотрите. Вот этот вот квадратик, да? Смотрите, делайте. Раз. Вот, извиняюсь. Давайте вот так. Ну, блин, извиняюсь. Раз, два. Ну, получается такой треугольничек. По виду еще раз покажу. Смотрите. Ой, блин. Как теперь разобрать? Короче, смотрите. Ну, короче, пересмотрите видео сначала. Ну, сначала мы поняли. Отмотайте чуть-чуть. Смотрите. Получается, если у вас получился такой вот треугольничек, то берите первый раз. Вот так вот, смотрите. Вам. И все так все получилось. Из такого треугольничка сделать вот так. То потом вот так вот раскрывать этот цветок, это смотрите, все дело. И у нас получается кораблик вот такого вот плана. Кораблик простой. Вот, может, ну, опять же, оставлю на паузу и разрисую, и покажу вам разрисованный вид. И вот, как-то так, ну, такой вот титан. Кстати, извиняюсь, если очень как-то то ли тихо говорю, то ли еще что-то. В автобусе я не спал полночи, я только под конец заснула. И в том проблема, что я очень сонный, более. И из-за этого мне будет видео немножко тяжело записывать, но записывать я его все равно буду. И у нас такая вот
Вот такие вот самолетики и кораблик. Ну, в принципе, показать я больше вам в этом видео больше ничего не могу. Ну, а если впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей, кстати, за бессонницу, которую я говорю, я заикаюсь. Ну, с вами был Вадик в канале Вадим за 4.13. Ну, показывать им больше вам ничего не могу. Всем удачи, всем пока.